Всем привет, друзья! Я вот недавно рассказывал про такого робота о заработке РКТ-8. И вот сейчас идет airdrop. Что такое airdrop? Это раздача монет бесплатных для масштабируемости проекта. То есть, где вы на халяву можете получить вот 25 АВС, это порядка 50 центов. Поди плохо. Конечно, отлично. Для этого практически, блин, мало, ну, заморочек особых нет никаких. Вот, зайти на сайт, скачать, установить приложение, посмотрите видео, как это сделать, и высылайте промокод. Сейчас я вам все это объясню и покажу. Вот так вот выглядит сайт, куда вы заходите. Я скачал, у меня система Windows. Я скачал уже себе этот кошелек. Вот так он выглядит. Сейчас вот здесь находится airdrop. Вот когда установите, вам сюда и надо будет зайти. Я уже зашел, получил свои 25. Вот так кошелек выглядит. Значит так, итак, по порядку. Сейчас я вам поставлю видео, смотрите внимательно. Ссылки я все оставлю. И еще, публичная продажа токенов монет начнется только в сентябре месяце. Вот именно тогда вы и получите свои монеты. В принципе, это занимает 5 минут. Но за 5 минут заработать на халяву монеты, которые, возможно, потом вырастут в цене, да, я думаю, это стоит приложить небольшие усилия, тем более это займет пару минут. Итак, вы скачиваете вот эту вещь, устанавливаете себе кошелек и вводите в разделе AirDrop. Сейчас вот здесь покажу я вам. Вот в этот раздел AirDrop заходите. Вот так он выглядит. AirDrop. Я уже получил, у вас здесь будет поле, вам нужно будет ввести свою почту и промокод. Промокод я оставлю под видео. Все, вы заходите, получаете свой промокод и можете распространять ссылку дальше и получать за это монеты. То же самое. Партнерские 25. ВЦ, что ли, да, АВЦ монета. То есть это монета, насколько я понимаю, вот этого кошелька. Ну что, поехали, смотрим видео, как все сделать. Криптосообществе тем, что поддерживает более 300 криптовалют, и также он внедрил свою систему Swap, что обеспечивает еще более удобное и безопасное пользование. Этот кошелек хорошо славится своей простотой, удобством, хорошим интерфейсом и безопасностью. Безопасность обеспечивается за счет того, что все пароли и прочие данные находятся не на каком-либо сервисе, а на вашем устройстве. Поэтому риски здесь минимализируются, и безопасность ваших средств полностью зависит от вас. Так что нужно очень ответственно отнестись к записи секретной фразы, так как только с ее помощью вы сможете возобновить доступ к своему профилю в кошельке, и никакие мошенники вам не будут страшны. Главная цель Atomic Wallet – это не просто хранить криптовалюту, но еще и создать крепкую экосистему с множеством функций, которая будет напоминать неким образом децентрализованную биржу. Поэтому они решили создать собственный токен под названием AVC – Atomic Wallet Coin, который будет иметь полезную ценность в их экосистеме. Например, если какой-либо проект захочет, чтобы его криптовалюта была на этом кошельке, тогда здесь пригодится токен AVC для оплаты за размещение. Еще токен будет применен для вознаграждения пользователей, которые привлекут своих друзей или знакомых. Иными словами, это партнерская программа. Помимо этого, пользователи, которые имеют на балансе токены AVC, будут иметь торговые скидки на внутренние комиссии. Пару слов еще добавлю о компаниях, которые поддерживают и тесно сотрудничают с Atomic. К ним относятся криптовалютные биржи Changely и ShapeShift,
Венчурный фонд Fenbushi Capital, который является достаточно перспективным фондом, заслуживающий нашего внимания. Детальный обзор мы делали на нашем канале Rocket Pitch, ссылка будет в описании. Криптовалютные сервисы CoinMarketCap и CoinDex, ну и другие компании, которые ты можешь увидеть на их официальной странице. Как отмечает на конференции в Торонто Константин Гладыч, основатель кошелька Atomic, с нами сотрудничают влиятельные компании, которым мы очень благодарны за предоставленную поддержку и много опыта, который помогает нам уверенно идти к своей цели. К ним относятся биржа Binance, криптовалютные кошельки JAX, Braid, Coinomi и много других. Что касается биржи Binance и криптовалютного кошелька Coinomi, то на них есть интересные обзоры, которые ты можешь легко посмотреть на нашем канале Rocket Pitch. Кошелек был создан в 2015 году, и видно, что команда хорошенько поработала над созданием тесных и долгосрочных связей, которые 100% дадут свои плоды. Кстати, Atomic, как я уже говорил, был создан Константином Гладычем, который хорошо известен криптосообществе как соучредитель и генеральный директор крупнейшей биржи Changely. Он имеет 10-летний опыт работы в сфере информационных технологий и 3 года был погружен в криптовалюту и в технологии блокчейн в общем. Для лучшего понимания преимуществ и недостатков этого кошелька, давайте сравним его с кошельком Exodus, который, как по мне, очень визуально похож на кошелек Atomic. Кстати, детальный обзор был на канале Rocket Pitch. Здесь мы можем наблюдать, что Atomic имеет более 300 криптовалют, в то время как Exodus только 93 криптовалюты. Atomic, как и Exodus, имеет добавление токенов. Кошелек Atomic имеет поддержку обмена Swap, который дает возможность обменивать средства без третьих лиц. Exodus такого не поддерживает. Также интеграция биржи Changely имеет только Atomic, Exodus такого нету. Atomic и Exodus зато имеют ShapeShift. Внутренняя комиссия здесь отличается друг от друга, так как Atomic имеет 0,5%, а Exodus имеет около 15%. Комиссия на вывод. Здесь в Atomic взимается плата только для майнеру, подтверждающей транзакции. Exodus имеет ту же самую специфику, но последний раз у меня сняли 4%. Но это за счет того, что в Exodus транзакции даются в первый блок, и поэтому такая комиссия, но зато быстро. Что касается удобств, то Atomic имеет мобильную версию на Android и на iOS. Компьютер. Для того, чтобы нам начать пользоваться кошельком Atomic, переходим на его официальную страницу, где нам нужно во вкладке Download скачать кошелек себе на компьютер. Здесь нам потребуется выбрать операционную систему, которая поддерживает наш компьютер. У меня Windows, я ее уже заранее скачал, а вы ее скачиваете и переходим к ее функционалу. После скачивания установки кошелька мы его запускаем, и за считанные секунды кошелек Atomic полностью функционирует на нашем компьютере. Но для того, чтобы войти в него, для начала нужно создать кошелек. Для этого нажимаем на кнопку Create Wallet, либо, возможно, у вас будет New Wallet. Дальше нам нужно создать надежный пароль, который будет нам необходим для подтверждения транзакций и просмотра списка личных ключей наших кошельков. Повторно ввести его и нажать на кнопку Set Password, что означает установить пароль. Теперь, после созданного пароля, кошелек Atomic выдаст нам секретную фразу с 12 слов, которую мы должны обязательно себе записать и посторонним не показывать. Эта фраза будет нам нужна для восстановления нашего кошелька, либо для смены пароля. Скопировать эту фразу мы можем нажатием на кнопку Copy to Clipboard, скопировать буфер обмен. И теперь, после того, как мы сохранили эту фразу в безопасном месте, нажимаем на кнопку Next, далее. Подтверждаем пользовательское соглашение и жмем на кнопку Start using Atomic, после чего мы можем начать пользоваться нашим кошельком. Ну вот, в принципе, и все. Дальше, как вы установили, секретную фразу вы можете сохранить, создав текстовый документ какой-нибудь. Вот, и от посторонних глаз спрятать. И, как я говорил, переходите в раздел AirDrop. Вам нужно будет ввести свою почту и ввести мой промокод.
нажимаете кнопочку и заходите на почту, подтверждаете все. И потом вам тоже кошелек высылает ваш промокод, с помощью которого вы можете приглашать друзей и зарабатывать вот эти вот токены. Токен пользовательский, я абсолютно уверен, что он будет расти в цене и будет пользоваться популярностью, потому что сами видите, какой кошелек. Но, в принципе, на этом все. Заходите, регистрируйтесь, зарабатывайте себе токены. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Для желающих поставлю сейчас дальше видео, чтобы вы узнали, что это за кошелек вообще. В первой вкладке под названием Wallet находятся все 300 криптовалютных адресов, находящихся в Atomic. Так как их здесь много, и для быстрого поиска нужной нами криптовалюты, вверху в поисковой строке, где написано Search, мы можем ввести название ее, и если она здесь присутствует, то мы сразу же получим данный адрес. Справа от этого, нажатием на Hide Zero Balance, мы можем скрыть все кошельки с нулевым балансом, а нажатием на Hide to Low упорядочить их от наибольшего до наименьшего баланса и наоборот. Также здесь присутствует вкладка Add Token, где, перейдя по ней, мы можем добавить любой кошелек, поддерживающий платформу Ethereum. Для этого нам нужно добавить официальный адрес токена, ввести его полное имя, название тикера и последнее ввести число, которое обозначает дробность токена. Такая информация обязательно должна быть на официальных ресурсах самого токена. После того, как мы все заполним, нажимаем на Add Token, и наша криптовалюта присоединится к списку всех кошельков. Далее, во вкладке Wallet, напротив какой-либо криптовалюты, мы можем увидеть его количество, эквивалент этому в долларе и движение цены в процентном соотношении. Для того, чтобы пополнить баланс какой-либо криптовалюты, просто нажать на адрес, и он сразу же копируется в буфер обмене. А вот для того, чтобы вывести криптовалюту, нужно нажать на синюю стрелку. Нам выдаст окно, в котором мы вписываем количество для вывода, адрес, на который хотим отправить, вводим пароль и для вывода жмем на кнопку Send. Также внизу можем наблюдать комиссию, где в случае вывода биткоин нужно заплатить 0,304 биткоина. Комиссии за пополнение средств здесь нет, а вот за вывод присутствует. И что приятно, она здесь довольно малая, где вся комиссия идет майнерам. Мы можем наблюдать комиссию на вывод в каждом кошельке при его выводе. Также хочу отметить, что в кошельке Atomic нет лимитов. Можно заводить сколько хотим, а также столько же выводить. Следующая вкладка – это Atomic Swap, которая на первый взгляд выглядит как простой обмен криптовалютами. Но нет, здесь находится некая P2P платформа, в которой присутствует технология, основанная на смарт-контрактах. Она позволит двум сторонам обмениваться криптовалютами без риска того, что одна из сторон не выполнит своих обязательств по сделке. Пока что кошелек Atomic поддерживает три криптовалюты для обмена. Это Bitcoin, Litecoin и KTUM. Но в ближайшее время планируется добавить Ethereum. Внизу мы можем наблюдать ордера, но, к сожалению, их пока что нету. Но когда я делал, например, инструкцию, то они были, и их было много. Чтобы нам выставить ордер на обмен, вверху переходим по вкладке Place Order, что означает разместить заказ. Тут нам нужно выбрать один из трех криптовалют для обмена, ввести желаемое количество, которое хотим обменять, после чего справа можем увидеть, сколько мы в результате получим. Также внизу у нас посчитана цену. Один, например, биткоин эквивалентно цене монетки Litecoin. Кошелек Atomic не взимает комиссии за такой перевод. Нам только нужно заплатить фиксированную плату майнерам, которая не зависит от суммы обменной валюты. Что, как по мне, здесь есть интересное, так это Advanced Setting – расширенные настройки. Тут можно скорректировать свою прибыль в процентном соотношении. Если, например, дать минус 10% марчи,
то такой обмен пройдет куда более быстрее, чем, например, с нулевым процентом или выше. Хорошо, после того, как мы ввели количество монет для обмена, жмем на кнопку Place Order, и наш ордер окажется во вкладке My Orders. Тут мы можем наблюдать наши открытые ордера на обмен и их историю. Теперь давайте перейдем во вкладку Exchange. Во вкладке Exchange у нас находится биржа внутри кошелька с поддержкой большого количества криптовалют. И это все благодаря партнерству с такими обменниками, как ShapeShift, Changely и новый обмен, как я вижу, ChangeNow, который добавился совсем недавно. Когда я делал инструкции, его еще не было. Что, как по мне, выгодно, так это, что комиссия за такой внутренний перевод всего лишь 0,5%, которые делят между собой кошелек Atomic и его биржевые партнеры. Обменять криптовалюту на другую мы можем такими простыми действиями, как выбрать из списка интересующую нами пару, задать количество для обмена и нажать на кнопку Exchange. Для внутренней биржи тут свои лимиты. Например, для того, чтобы обменять биткоин на любую другую криптовалюту, минимум у нас должно быть 0,00121 биткоина, лайткоина 0,45 лайткоина, рипла 41 XRP. И другие лимиты мы можем наблюдать на картинке, которая есть в текстовом обзоре. Следующая укладка — это Buy Crypto. Здесь мы можем за евро либо доллары купить биткоин, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и Ripple. Для этого нам нужно выбрать фиат-валюту. У меня, например, будет доллар, и выбрать желаемую криптовалюту, пусть будет биткоин. Дальше нужно ввести количество долларов для покупки, после чего справа можно наблюдать, сколько в конечном итоге мы получим. За каждую проделанную такую транзакцию во вкладке Buy Crypto комиссия будет составлять 7%, а вот минимальная сумма для любого обмена составляет 50 долларов. Если все нас устраивает, тогда для обмена нужно нажать на кнопку Continue. После чего нам нужно будет пройти верификацию. Как ее проходить, я покажу в текстовом обзоре этого видео. Здесь нам нужно ввести такие данные: имя и фамилию, адрес электронной почты, мобильный номер, дату рождения, адрес и город проживания, почтовый индекс, нашу страну, добавить галочку, тем самым согласиться с правилами. Когда все будет заполнено, жмем на кнопку Continue. Далее нам выдаст окно, в котором нам сообщает, что нам нужно зайти на наш указанный электронный адрес и подтвердить транзакцию, а также на мобильный телефон, который мы ранее вписывали, отправлен SMS с четырехзначным кодом. Его нам нужно вписать в пустое поле слева. Далее нам потребуется предоставить данные нашей банковской карты, где нам нужно ввести имя и фамилию владельца, 16-значный код, срок годности и задний код, после чего внизу еще раз мы можем увидеть, сколько мы отдаем и платим за комиссию. Если все нас устраивает, тогда жмем на Pay Now, купить сейчас. Но это еще не конец. Нам нужно будет предоставить скан удостоверения нашей личности, после чего подтвердить наши действия и в течение 24 часов получить свою криптовалюту. Такой обмен осуществляется с помощью сервиса Simplex, который работает с широким кругом банков по всему миру. Он предоставляет полностью защищенный API для обеспечения безопасности нашей личной информации в соответствии с европейскими стандартами безопасности. Когда мы здесь будем покупать криптовалюту через фиат, наш банк предоставит сервису Simplex информацию, что, мол, у нас достаточно средств для такого обмена, и в то время Simplex проверит нашу личность, переведет средства и завершит наш перевод. Далее у нас вкладка History. Здесь будет отображаться вся история наших торгов и обменов. Сейчас у меня все пусто, но в скором времени, я надеюсь, буду пользоваться Atomic, и у меня будет здесь много транзакций. Во вкладке Setting мы можем сменить наш пароль. Для этого нужно ввести старый, придумать новый, повторно ввести его и нажать на кнопку Change Password. Также здесь во вкладке Private Keys можно увидеть все приватные ключи наших криптовалют. Для этого вводим наш пароль и жмем на Show Private Keys.
После того, как мы получим приватные ключи от всех наших криптовалютных адресов, у нас будет возможность импортировать их в другие криптовалютные сервисы. Также в настройках присутствует вкладка «Импорт», благодаря которой можно импортировать в Atomic большое количество других ваших адресов определенных криптовалют, если же, конечно, они есть в списке поддерживающих Atomic. Выбрать желаемую криптовалюту можно, нажав на ее имя, после ввести ее приватный ключ и нажать на «Send to Atomic». Также важно знать, что транзакция какой-либо криптовалюты имеет внутреннюю комиссию подтверждения сети. Как видим, отправить Ethereum будет стоить нам 0,3032 Ethereum. Последняя вкладка в настройках – это поддержка. Здесь мы можем пройти по ссылке часто задаваемых вопросов, скачать последнюю версию кошелька Atomic, в случае возникших вопросов написать на официальный электронный адрес, либо же обратиться к их телеграм-каналу, где там админы хоть и по-английски, но быстро нам ответят. Во вкладке Airdrop мы можем получать вознаграждение за участие в баунти программах кошелька Atomic. Более подробную информацию касательно этой темы ты можешь... Вот как я и говорил, друзья, вот сюда вы вписываете свой email адрес, а сюда вы вписываете промокод, который я оставлю под видео. Нажимаете и все. Ну и потом вам надо будет перейти на свою почту, подтвердить. И все у вас будет хорошо. Токены придут к вам при раздаче этих публичного... Ну, когда будет публичная раздача, продажа токенов, я вам говорю, это сентябрь месяц, время пролетит, не заметите. И приятно удивитесь, когда они появятся у вас на кошельке, да еще увидите их цену. Узнать, перейдя по официальной ссылке Bitcoin Talk, которая будет в текстовом обзоре. Теперь давайте подытожим. Подводя итоги на счет кошелька Atomic, могу сказать, что он довольно удобный для пользования и торговли. Разработчики здесь постарались на славу, вместили в него большое количество разных криптовалют, бескомиссионный внутренний обмен, биржу с небольшой комиссией, а также возможность покупать крипту за фиат. Мне было приятно узнать для себя новый криптовалютный сервис, и скажу вам так, ребята, если бы сделать топ всех кошельков, которые мы для вас разбирали, то кошелек Atomic точно бы закрепился на верхней позиции. Я очень рад, что его разобрал. Надеюсь, обзор вам понравился. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом кошельке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не... Так что вот так вот, друзья. Как видите, робот РКТ-8 не только дает возможность вам заработать, но еще вот можно отловить хорошую информацию и снова еще раз заработать. Так, вот на главную страницу. Вот у меня на сегодняшний день вот такой вот баланс. Пожалуйста, $5.58. Это 1.2282 РКТ-8 токена. Совсем немного осталось времени, и я буду выводить их на кошелек Waves, где на бирже смогу продать и получить денежки. Все, друзья, всем удачи, хороших заработков, хорошего настроения. Участвуйте в Airdrop, то есть бесплатной раздачи монет.